В эти выходные, а точнее в ночь с 25 на 26 октября стрелки часов будут переведены на 1 час назад. 21 июля президент России подписал документ о внесении изменений в закон об исчислении времени. Нетронутыми останутся стрелки часов Удмуртской республики, Самарской области, Кемеровской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов переводят на целых 2 часа назад. Новые субъекты России, Севастополь и Крым, будут жить по московскому времени. С переводом стрелок в России изменится количество часовых поясов. На сегодняшний день Россия делится на 9 таких зон, а со вступлением в силу закона прибавится еще 2. После перехода страна погрузится в вечное зимнее время, которое наиболее комфортно для организма человека, и стрелки часов оставят в покое.